Ля дикая вообще. Она и этого застрелила, вообще с ума сошла. Она такая, ну чё ты, я ж пошутила. Ой, господи, ты что делаешь? Что происходит? Ой, тихо, ты что творишь? Корыто? О, медведь! Тут мы же еще не были. О, здравствуйте. А мы сейчас задохнемся. Я вижу свет. А это обман. И мы умрем. Здравствуйте. Вечерочек, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. Мы продолжаем Tomb Raider, но начнем с дома Лары, чтобы понять это управление. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Красотища. Добро пожаловать. Я покажу тебе мой дом. Так, мы сейчас быстренько пробежим по ее дому, поймем управление. Музыкальный зал с помощью стрелок. И чтобы мы, ну, понимали, что происходит. Потому что я понял, что управление нам здесь обязательно пора надо. Размяться? Нажми кнопку прыжка. Это я все понял. Это мы размялись. Пойдем дальше. О, главный зал. Извини за ящики. Решила перевести часть вещей в хранилище, но грузчики еще не приехали. Ага. Можем прыгать по ним. Супер. А тут вообще можно что-то собирать? Я помню, что как раз в другой... Подбеги к ящику, не отпускай кнопку вперед и нажми кнопку действия. Так я взберусь на ящик. О, это же ковчег из этого. Так, я подбежал. Ага, вот она сама все делает. Это я уже понял. Это же из Индианы Джонса ковчег. Прикольно. Так, дальше что у нас? Здесь прежде устраивали балы, но я переоборудовала зал для тренировок. Тебе нравится? Что ж, пора поупражняться. Я не все время бегаю. Когда нужно быть осторожной, я иду. Зажми кнопку ходьбы и дойди до белой черты. При зажатой кнопке ходьбы я не упаду. Даже если ты решишь... Если хочешь оглядеться, нажми и держи кнопку обзора. Затем нажми стрелку с нужным тебе направлением. Так, это я все понял, да, хорошо. Много ты разговариваешь здесь. А, ну, так, и что? Если до цели Тихо. Не допрыгнуть, я могу зацепиться за уступ и избежать падения. Дойди до края с белой черты, Есть, я тут. Пока я не откажусь идти дальше. Затем нажми прыжок. И сразу же кнопку вперед. А пока я в воздухе, зажми кнопку действия. Опа! Схватил. Нажми кнопку вперед, и я вскарабкаюсь. Ага, все, это сделали. Супер. В прыжке с разбега я легко могу покрыть такую дистанцию. Дойди до белой черты, пока я не остановлюсь. Отпусти кнопку ходьбы и нажми стрелку назад. Дай мне разбег. Нажми стрелку вперед. И сразу же зажми Всё, кнопку прыжка. Я думаю, ты мне ничего я больше нового не скажешь. Здесь расстояние еще больше. Ага. Соверши прыжок с разбега, как и в прошлый раз. Но пока я буду в воздухе, зажми кнопку действия, Опа. Чтобы я ухватилась за край. Отлично. Ну супер. Супер, получилось. Дальше пошли. Вскарабкайся. Нажми стрелку вперед и зажми кнопку действия. Вскарабкайся. Здесь не забраться. Зазор слишком мал. Ага, нажми двигаемся. Нажми стрелку вправо. И я переберусь правее, пока не найду более удобный участок. Затем нажми стрелку вперед. Сделали. Нажми стрелку назад. И я прыгну спиной вперед. Сразу же зажми кнопку действия, и я ухвачусь за край в падении. Чего? Кнопку назад? Вот так? Нет, она сказала, что совершит прыжок. Ну и куда ты полетела? Ты что, мышь? Летучая. Давай поплаваем. Это, с этим были проблемы, я точно Кнопка помню. Прыжок и стрелки помогут мне плыть под водой. Вот, мы под водой. Воздух.
Да не так мы плавали долго там. Влево и вправо, чтобы плавать по поверхности. Нажми прыжок, чтобы снова нырнуть под воду. Ага, все. Или подплыви к краю и нажми кнопку действия, чтобы выбраться на сушу. Да, теперь пора снять мокрую одежду. И куда мы пойдем? А, все? Да ты ж ничего не объяснила. Ладно. Я-то думал, там будет показано какое-то сражение, противник, хоть что-то. Так, мы отсюда пришли. Кстати, смотри прикол. Смотри прикол, я нашел управление. Знаешь, какое? Вот такое. Видал? Ничего так, да? Сейчас дойдем. Место красивое, посмотрим. Вот это вода! Вот это водичка! О, господи, мы чуть глаза... Тихо-тихо! Выплыви, выплыви! Мы же учились! Мы же учились! Что происходит? Что происходит? Нет! Я... Нет! Да куда ты? Подожди! Я теперь знаю, как вообще выходить, как загружать. Подожди, я был не готов. Все. Я тут засмотрелся и упал. А, ну нам, видимо, туда и нужно было. Можно спуститься. А там волки, я их вижу. Но нам же, скорее всего, еще нужно туда. Правильно? Тут же может быть что-то интересное. Нет, 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 схватись, схватись, куда-нибудь доплыви. Да, нет, подожди, я сейчас все сделаю, я сейчас все сделаю. Почему не получилось? А, все, я понял, так. Ну тут с разбегом мы, опа. Все, сделали. Вот здесь тоже, видишь, нам дали место для разбега. Опа, сделали. Там должен быть какой-то секрет, я тебе отвечаю. Иначе, зачем это все? Нет, она лбом ударилась, да ты с ума сошла. Выплыви. Мы когда-нибудь это сделаем? Вся серия уйдет, похоже, на вот это дело. Серьезные. И тут, оказывается, можно сохраняться. Да, прикинь, я просто не знал нормальное управление. А оказывается, все можно было делать без проблем. Так, и как бы нам так прыгнуть, чтобы она лбом не ударилась? Вот так. А давай-ка мы сохранимся. Вот здесь. Нет, загрузить. Сохранить. Вот так. Я не хочу слишком много прыгать. Так. Осторожно, осторожно, не бейся лбом. Опа. Хорош. Хорош. Ну, мне кажется, что нам сюда надо. Блин, а прикинь, нам туда и нужно по сюжету. А к волкам нужно было спуститься так. Чисто... Чисто поприкалываться. Да ну нет, мне кажется... Просто, ну это что-то слишком серьезное. Я... Что это, кости? Смотри, там кости. Так. Там дробовик. Так, я подошел. Использую. Ага, нам не хватает шестерни, я понял. Я периодически буду менять, чтобы ты понимал, какая игра могла быть. Вот я думал вообще в такую играть. Но это жесть. Это я не знаю, что с этим делать. Так, мы аккуратно идем. Оп, получилось. Не-не-не-не-не-не-не. Аккуратно, ага, вниз. Вот так. Ага. Ага. Прыжок. Нет, там дробовик лежал, алло. Да прыгни. Ничего себе, у тебя прыжок. Это что за высота прыжка? Опа. Отыщите дробовик до того, как возьмете шестерни. Вот это достижение, конечно, я понимаю. Блин, нам походу туда действительно, слушай. Блин, а может это к волкам сходим? Давай сходим к волкам. Вот это я понимаю прыжок, вот это супер.
Нет, что ты делаешь? Так. Нет, нет, стой, стой, стой. Так, я беру вот сюда. Опа, допрыгнули. Потому что от волков можно подняться. Поплыли. Быстренько сейчас проплывем. Возможно, там что-то будет у них. Какой-то секрет может быть. Да выплыви, а то мы сейчас задохнемся. А это не волк, это или волк? Ага, это волк. Тихо. Что ты рыкаешь? Тихо ты. Так, я... Вот так прыгать надо, вот так, ага. Я вроде приучился. Или нам сюда по сюжету, я хрен пойму. Но дробовик там лежал, значит не... А, кстати, насчет дробовика. Как его экипировать? 4. А сколько у него на него патронов? No. Что значит? No. Да в смысле no? Что я сделал? А, теперь у меня... А, 4 патрона? Не, давай пистолеты возьмем. Я пока не готов. А, ну вот, это вот поднимаемся мы. То есть отсюда можно выйти. Там что-то было на дне, нет? Какие-то проходы, я не вижу. Значит, бежим сюда. Опа, там еще волчара, волчара. Нормально. А чего вы так быстро вы начали умирать? Я сложность не менял. Начали меня бояться. Я же выберусь потом отсюда. Ага, выберусь. Темно, ничего не видно. Блин. А, наверх, смотри, сейчас заберусь наверх. Что там, секрет? Там какой-то секрет. Я что, соображать начал, как тут все делать? Ага. О, еще один скелет. Патроны для дробовика? А нет, аптечка. А что внизу? Блин, я не знал, что игра настолько разносторонняя. А мы обратно-то заберемся? Да, заберемся. Ой, господи! Ёб твою мать, напугали меня! Напугали меня, напугали меня! Как от вас прыгать? Так, прыгай! Нет, подожди. Вправо, влево. Подожди, да... Как с тобой сражаться? Устраните волка, когда вы оба в воздухе. Ничего себе. Давай аптечку. Я же вроде понял, как надо делать. Вот, я стреляю. Вот так. Но это какая-то должна быть удача. Конечно, в этом плане это сложнее все. Так, и что это? Это выход на улицу? Нет. Нифига не выход на улицу. Это что такое? А зачем нам тогда сюда? Просто типа ловушка от волков? Ага, хорошо, ладно, пусть будет ловушка. Тогда нам наверх. Я думал, это я секреты нахожу. А нифига подобного. Это не секреты. Это, зараза, сюжет такой. Давай. Мы же тут обратно заберемся. Да, да, заберемся, заберемся. Я вижу динозавры. Опа. Увернулся, увернулся. Да, я же увернулся от него. Ой, какой кошмар. Какой кошмар, ты посмотри. И бежит, бежит. Ой, зараза, ой, зараза. Ой, зараза. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Напугал меня, напугал меня. Напугал меня. Ага, вроде, слушай, вроде как-то уворачиваемся. Вроде что-то происходит. Вроде что-то делаем.
Так, подожди. А что тут так много всего? Тут что-то есть? Нет. Это типа от них прятаться? Да я их всех перестреляю в целом. Ага, ну красиво, конечно, красиво. То есть тут еще сообрази. Так, ну главное, нам найти шестерни надо. То есть там, скорее всего, мы шли бы к шестерням. Но я теперь понял, что здесь нет такого... понимания какой-то маленькой локации. Видишь, я же думал, что мы ушли в этот. У волков там могло просто что-то лежать. Нормас. Ой. Оу. В смысле? В смысле? В смысле? А ты... А он же нас съест! А я не сохранился! Я не сохранился! Я не сохранился! Да тихо! Не подходи! Не подходи! Не подходи! Не подходи! Он бежит сюда! Подожди! Надо его срочно загасить! Подожди! Не подходи! Не подходи ко мне! Не надо! Остановись! Удали эти тирекса! Хорошо! Блин, у меня чуть не ушла это под пятки! Погоди! Надо сохраниться. Я совсем забыл. Я совсем забываю, что тут нужно сохраняться самостоятельно. Пофигу, давай сюда. Ой. Ты меня напугал, дурень. Я не ожидал, что ты сюда придешь. Скелет? А, в натуре. Давай сфотографируемся. Так, а как тут? Что? А пост сколько? А пост немного. Их немного. Так, мы можем... А, вот так. Ну, отлично. О, давай с пистолетами. А чё как? Space сбросить. А как сделать скриншот? Никак? Ладно. Считай, что сфоткались. Я ж узнал, что тут фоторежим есть. Как же мы его не использовали? Так, у нас есть туда вход. Да тут просто я ненавижу такие моменты, где можно ходить куда хочешь. Кто здесь? Выходите. Я ничего тут не упустил, ничего не упустил. Возможно, Тирекс залагал. Вот как мне вот здесь прыгать? Да ты еще кусаешься? Умри! Да это я сейчас умру. Да что ты делаешь? Так, очень опасно с ними находиться в узком пространстве. То есть я должен всегда зажимать, да? Да нет, не обязательно. То есть... Нет, не обязательно зажимать. Опа. Видал, как могу? Так, и что мы тут? Куда дальше? А, ну это мы просто зачем-то прошли... в непонятном месте. Ну тут же должно быть что-то. Ну для чего нам тут ходить? Должна же быть какая-то приколюшка здесь, нет? Скажи мне, а у тебя свой фоторежим есть? Ты тоже лица меняешь? У него только два лица. Злое и не злое. Так, тогда, ну, спрыгивай. Раз там ничего нет. Я просто боялся, что нас... Опа! Да что ты будешь делать, а? Давай сначала просто походим тогда. Может, тут еще где-то вход есть. Вот мы оттуда пришли. Вон еще есть мост наверху. Вот туда мы зашли. Еще у нас есть водопад. И еще какие-то руины.
Ладно, пофигу, пошли, вот что первое видим, туда и пойдем. Потому что исследовать локацию... Ладно, не, давай исследуем. Тут что? Тут вон тоже какой-то есть подъем. Ходят динозавры. Я их вижу, не в того стреляешь. Вот, что происходит? Ты можешь прыгать? Адекватно прыгай. Блять, вправо, вправо, влево. Да что ты перестала стрелять? Они тебя сейчас сожрут. Так, давай, 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 ты справишься. Куда ты стреляешь? О боже мой, где аптечка? Да, я теперь понимаю, что не зря они тут раскиданы по всей карте. Я стреляю. Вот, куда ты побежала? То есть мне нужно прям... Ага, вот так нажимать. С собой далеко не таскать, я понял. Но просто к чему столько сделано вот этих упоров? Что это? Мотылечки. К чему сделано столько моментов разной ходьбы по разным местам, если там никаких нету интересности? То есть давай зайдем сюда. Давай прыгай вот так. Вот, молодец. Или это тоже ничего не значит? Ну, это бесполезное место получается. По сути, да. Хорошо. Значит, давай нырнем в воду. Может быть, там что-то будет. Мы же потом вернемся? Вернемся. Поплыли. Вот уже выход. Должен быть какой-то секрет, я считаю. Ага, ага. Да я тебе просто буду стрелять, я не с тобой не справлюсь здесь по-другому. Все, достаточно. Это что? Куда мы придем? Это просто жесть, мне нужна карта, я не запомню, где мы находимся. Я же люблю все посмотреть. А тут все не посмотришь. Это... нереально. Вот тут должно быть что-то интересное. Опа, шестерня. Действительно, глянь. То есть, ладно бы секреты были всякие. Ага. Так, хорошо, шестерню я взял. Теперь нам куда? Вот сюда? Прикинь, это я круг прошел. То есть я вот так, видишь, если нажимаю стрелять быстро, он не нажимается. Мне нужно в любом случае задерживать клавишу. Так, тут у нас кто? Есть кто? Так, это мы под водой проплыли, надо не забыть. А. Подожди. Не понял. Это мы где? А, это вот мы вышли из... под водопада? Ага. Ладно. Вот. Вот так? Хорошо. Мы зашли, и там для чего-то нужно было заходить. А это что, подъем? Это похоже на подъем. Мы не заберемся наверх? Так. Еще беда, что графон меняется на клавишу F1. А у меня, если не зажму... другую клавишу с F1, то он у меня в спящий режим уходит. Я боюсь, что у меня игра начнет из-за этого виснуть. Ну, запись. Давай, прыжок. Вот тут мы еще не были. О, тут тоже, смотри, что-то такое. Тут тоже должна быть шестерня. Их должно быть штуки 3. Опа. А может быть и нет. Или да. Прям спуск, ты посмотри, какой-то. Сильный. Я достал. А, ничего себе. Вот это да. Вот это да. Итак, тут нужен разбег. Тут стопудово нужен разбег. И я схватился. Супер. Полезли. Вот там шестерня, да? Ага. Есть. Бери. Бери шестерню.
А сколько их нужно? 3 штуки где-то? Или больше? Тут главное не разбиться. Давай. Опа. Молодец. Я понимаю, что здесь нужно делать много сохранений. Мне вот это не нравится. Просто уже привыкаешь, что везде есть автосохранение. Это то же самое, если вспомнить старые игры, типа Серьезный Сэм там и прочее, вот эта старая игра. Там все сохраняешь по-своему. Там сохранится, может, какая-нибудь важная локация. Ну, собственно, как здесь. Пройдешь сюжет? Молодец, давай сохранимся. Игра. Ну давай на первой сохранимся. Я загрузился, блядь! Да ты что? Кто делает вот так, а? Ой, ты ж ёб твою мать. Я же тут сохранился. Я перезаписал! Да ты что делаешь? Какое конченое управление! Нет! Ай. И где я? Пиздец. Так, я собрал все, вообще все, что можно. Я дошел до сюда. Сохранился адекватно. Сохранился. Теперь мы можем... Да, и нашел еще вот тут дробовик. Патроны. Патроны для дробовика, когда перепроходил. Здесь кто-то есть? Никого не вижу. И что, нам вниз, значит? Да, нам похоже в самый низ. Давай наберем побольше воздуха. И нырнем в самый низ. Давай. Опа, шестерня. Как удобно. Бери. И что мы... Опа. И что мы все собрали? Нам теперь нужно обратно бежать. Есть. То есть мы исследовали все. Смотри, сохраняюсь. Это загрузка. Вот здесь. Оп, сохранились. Зашибись. Пошли дальше. А, вот, в краю Фир вроде тоже ж не было таких сохранений. Постоянных. А, авто. Когда нужно было самостоятельно что-то делать. Ну ничего. Ну так, и по идее никого не должно быть больше. Сука. Он меня чуть не сожрал, когда я перепроходил. Он в этот раз не завис. Ну ничего, справились, нормально. Скорее всего, тут еще были какие-то секреты. Ну вот знаешь, всматриваться вот в эти текстуры, ну это, конечно, жесть. Это полная жесть. А что? Заберись. Да что ты делаешь? Почему ты головой обо все бьешься? Ты не поднимешься? А, это нам сюда надо? Чё ж, не видно ничего. Так, ты сразу скатишься с ней, нет? Нет. Супер, пошли. Только аккуратненько, не спрыгивай сильно. Ага, супер. Любил так скатываться с горочек на ногах. Было круто. Ага. Так. Тут все лежат. А мы поднимаемся. Сколько у нас тогда патронов для дробовика стало? 6. 2. Я взял всего 2 патрона. Офигеть. С одной стороны, можно было потратить в тот раз даже еще на динозавра. И по логике нужно было это сделать. Но я не сделал. Я думал, что будет что-то страшнее, чем динозавр. Так, смотри, я сохраняюсь. Я не хочу снова бежать столько времени. Сохранить. Молодец. Есть. Есть.
Вот здесь странный прыжок. Есть. Вот тут есть. Потом сюда. Опа, схватились. Молодец. Ага, бежим сюда, сюда. Сюда. Так, куда, сюда, сюда. И что, мы уже 3 открываем, да? Ты должна положить их, да? 3 штуки. Выбрать. Ты по одной будешь вешать? А, только одна и нужна. Значит, мы нашли все. Молодец. Давай последнюю. Все? Все довольны? Бежим включать. Интересно, а сколько здесь вообще уровней? Я видел, там плохо одна работала. Ага, водичка пошла. Я думал, может, надо было сначала пробежать там пешком, а потом уже воду пускать. Хотя вот, ну и мы бежали бы. И что, вот мы бы спустились сюда. Поняли, что здесь ничего нет. И вернулись бы обратно. А когда? А что так далеко плыть? Ой-ой-ой. Нет-нет-нет. Это мне напоминает Край Эфир. Я не помню, что это была за серия, но это была ужасная серия. Так, тут что-то есть? Но мы всплываем. Все, да? Кайф, доплыли. Опа. Секрет? Или нет? О-о-о. Вот это я понимаю. Вот это хорошо. Взял. Мне еще кажется... Ой, это что-то много раздают. Мне немножко почему-то... Призит игра в FPS-ов. На записи проседает. У меня, главное, все плавно. А вначале такого не было. Воу. Упал. А, давай тогда на всякий случай, раз нам так раздают, все. И сохранимся. Это тоже очень важно. Сохранить. Я все помню. Но нужно сохраняться. Блин, тут опять что-то много каких-то лазеек. Господи, зачем вы все это делаете? Дайте мне адекватный линейный маршрут. Опа. В смысле? И что? Не понял. А, нам теперь бежать вон туда? Да нет, это же идиотизм. Зачем нам туда? Правильно, зачем? Туда нам не надо. Мы уже, получается, проплыли. Вода вся спустилась туда. Потому засчитали, что это секрет. Я набрал патронов. То есть нам нужно спуститься вниз. И внизу нет воды. Вот тебе, пожалуйста. А, нет, есть вода. Высохни, вода. Блин, ты куда дальше, алё? Там дальше же тупик. Туда вниз нельзя. Куда дальше? А мы вроде все взяли. Тут тоже все взяли. Что делать-то? Опа. Проход. А, там водопад был, поэтому не видели. Зараза. Я уж... Ну, ты догадайся, что тебе сюда нужно бежать. Я бы побежал бы туда. Я бы просто даже не обратил на него внимания. Ой, это что, в конец?
Я достаю. А, нет, все, зашибись. Секрета 2 найдено. Предметов 8 из 16. Где вы там все это потратили? Я вообще понять не могу. Продолжай. Ой, слушай, на этом я закончу серию, потому что мне вот это вот с сохранениями, с загрузками, это просто меня вынесло. Потратило мое время. Кошмар. Я не думаю, что игра мне будет доставлять столько хлопот. Это просто жесть какая-то. Поэтому на этом мы закончим. А потом уже продолжим дальше играть как положено. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего доброго.